Сегодня буквально в течение часа мы расскажем вам полезную и интересную информацию. Информация, которая вас ни к чему не обязывает, но поверьте мне, если вы ее услышите и увидите так, как видим ее мы, то данная презентация изменит качество вашей жизни. И действительно, если мы сегодня поговорим о том, есть ли вообще способ жить лучше, то на поверхности всплывают такие вещи, как лучшая квартира, лучшая машина, лучше попутешествовать, может быть, полететь куда-то бизнес-классом, возможно, начать кушать более качественную и здоровую пищу. То есть это все лежит на поверхности. По сути, это все то, что мы называем деньги. То есть будет больше денег, я буду жить лучше. Но если мы немножко посмотрим поглубже, да, так немножко так более детально посмотрим в этот вопрос, а есть ли способ жить лучше, то на поверхности одно, а более так в углубленном варианте, конечно же, мы вспомним то, что все желают, например, на юбилеях, на каких-то праздниках, да, что искренне каждый человек желает друг другу. Конечно же, все друг другу желают здоровья. И здоровье, конечно, оно есть не только физическое, да, здоровье интеллектуальное, здоровье финансовое. И именно об этом сегодня, друзья, пойдет речь. И не побоюсь этого слова, одни из лучших профессионалов индустрии как раз-таки готовы сегодня поделиться с вами данной информацией. Не секрет, что мир сегодня очень сильно изменился. И мы можем это увидеть даже по тем вещам, которые буквально 10, там, 5 лет назад у нас были, да, там, сотовые телефоны, видеомагнитофоны, там, да, если раньше у нас было очень-очень много гаджетов, да, мы сегодня можем положить один телефон в карман, и в нем будет и видеомагнитофон, и видеокамера, и все-все-все, то есть это мы вот видим буквально, как мир меняется абсолютно каждый день. И наши предки, когда они вообще думали о том, как мы будем жить, да, они, конечно же, хотели, чтобы мы жили, были здоровыми, чтобы мы ели очень хорошую пищу, чтобы мы дышали чистым воздухом, чтобы мы пили чистейшую воду. Но мир действительно сегодня сильно изменился, и если мы посмотрим то, к чему мы так сильно стремились, да, вот те люди, которые живут сегодня в городах, так мечтают там улучшить недвижимость какую-то купить в городах, как тянет их в городах, да, когда начинают жить, понимают, что нас приучили, по сути, какой-то даже искусственной жизни, да, там, пластиковая посуда, пластиковая еда, фастфуд и так далее, и так далее. И когда вот этим всем насыщаешься искусственным, конечно же, очень хочется действительно воду, которая качественная, конечно же, хочется еду качественную, конечно, хочется дышать свежим воздухом, конечно, хочется свежими мыслями, вообще жить свежими мыслями. И как раз-таки, друзья, сегодня, если мы посмотрим на тренды, которые в мире существуют, буквально 2 года назад никто даже представить себе не мог, что там самолеты перестанут летать, что какие-то границы в городах и в странах закроются, да. Так же, как 10 лет назад мы не могли представить, там, что воду вообще будут продавать. Вспомните, раньше вода, кран открываешь, и везде текла чистая вода. Даже представить невозможно было себе, что вода будет продаваться, да, и сегодня она стоит как огромных денег. И сегодня, вот благодаря тому, что по всему миру были пандемии, локдауны, закрытия, да, то есть в связи с этими огромными изменениями, да, то есть человечество, конечно же, стремится к новым трендам. Конечно же, для людей стало еще более актуально, еще более важно заботиться о своем здоровье, да, заботиться о своем образовании, заботиться о том, чтобы была энергия, чтобы все это было экологически правильно, да, настроено. И на самом деле люди, конечно же, хотят путешествовать, конечно же, хотят, чтобы здоровье у них ассоциировалось не с тем, что у меня ничего не болит, а с тем, что у меня много энергии, что я хочу исполнять свои планы, что я хочу быть творцом, сотворцом и так далее. Да? И, конечно же, если мы говорим о путешествии, то хочется путешествовать в компании, компании здоровых, энергичных людей. Конечно же, каждому человеку хочется быть красивым, но мы понимаем, что на все это тоже нужны деньги. И если мы говорим о деньгах, если мы говорим о современном бизнесе, опять же, да, в условиях пандемии, которая была, то есть в мире сегодня наступили новые тренды. В мире сегодня абсолютно точно мы всем известно, что есть телефоны у каждого уже практически человека. Даже столько банковских счетов не открыто в мире, сколько существует смартфонов, компьютеров и так далее. То есть бизнес можно делать абсолютно из любой точки мира, и люди все больше и больше получают навыки, как вести такой бизнес. Ну, безусловно, конечно же, хотелось бы сделать так, чтобы
данный бизнес был экологичный, чтобы он приносил пользу и вам, и вашему окружению, вашим близким, и вашей стране, и вообще всему земному шару, всей планете Земля. И тот бизнес, о котором мы сегодня поговорим, тот бизнес, о котором пойдет речь, да, он очень молодой. Но даже будучи очень молодым, мы уже вошли в ассоциацию прямых продаж. В эту в ассоциацию попадают компании только с безупречным продуктом, только с безупречным бизнесом, да, чтобы все было абсолютно прозрачно. Это бизнесы, которые присутствуют в ассоциации DSA, это компании, которые уже 5, 10, 15, 20 лет зарекомендовали себя на рынке, и только такие компании пускают. Но мы, благодаря человеку, который основал компанию, о которой сегодня пойдет речь, компания – это абсолютно новая компания, одноименная, да, называется «Новая волна». Эту компанию основала Мария Постел. Это человек-легенда, человек с огромным сердцем, человек с мега-международным профессиональным крутым опытом. Представьте, далекий 1998 год, и Мария, будучи 19-летней девушкой, да, стоит на сцене и уже получает чек более 30 тысяч долларов. Тогда можно на эти деньги было купить там несколько квартир. То есть представьте опыт этого человека, да, который через года был пронесен. То есть это, по сути, легенда индустрии. И Мария работала не просто строя международные огромные команды по всему миру, а также работала генеральным директором крупнейших компаний. И, собственно, компания, о которой сегодня мы говорим, компания «Новая волна», была основана также на таком серьезном очень фундаменте, потому что компанию, которую возглавляла Мария, не секрет, что многие компании в прошлом году и в позапрошлом в связи с санкциями ушли с рынка. Крупнейшие американские компании прямых продаж ушли с рынка, миллиардные компании. Вот одну из таких компаний возглавляла Мария, и когда речь стала оставлять коллектив, сохранить коллектив, Мария выкупила компанию эту американскую, соответственно, стала основательницей, генеральным директором компании под новым брендом компании «Новая волна». И что это говорит? Это говорит о том, что компания построена на мощном фундаменте, где полностью сформирован коллектив, где полностью сформированы все цепочки, да, и сегодня на этом очень мощном фундаменте, это такая платформа, да, строится новый международный, очень такой многомиллиардный бизнес, многомиллиардный бренд. И уже существует такая достаточно большая линейка продукции. То есть сначала начиналось с одного продукта, потом появился второй продукт, третий, четвертый. И каждый квартал буквально один-два продукта сейчас запускается. Продукты совершенно уникальны. Я лично узнал об этой компании непосредственно через продукт. Сам имею опыт в прямых продажах достаточно большой, строил бизнесы по всему миру, в десятках стран мира, имел огромнейшие чеки. И раньше я вообще даже не думал, что, будучи уже работая на IT-рынках, на финансовых рынках, что когда-то я вернусь в индустрию, где будут продукты питания, да, то есть, ну, действительно, это даже вот то, что мы о чем сейчас говорим, это продукты, которые нужны абсолютно всем. И когда мне попал продукт буквально недавно, да, когда я взял продукт компании «Новая волна», попробовал его, и я понял, что этот продукт, я в него сразу влюбился. И я понял, что угостив одного человека, второго, третьего данным продуктом, мне все сказали, а где это можно купить. Я сразу же понял, учитывая свой многолетний опыт, что на этом надо делать очень мощный бизнес. Я понял, что индустрия сейчас в таком состоянии находится, что буквально там, я не знаю, за 30, за 50 лет, которые были до этого, такого еще не было, да, такого уникального года, когда многие компании ушли с рынка, люди-то остались, рынок-то остался. Сегодня многие люди в поиске находятся возможностей, именно фундаментальных возможностей, которые будут кормить их сегодня, завтра и даже многие поколения вперед. И вот такой продукт оказался у меня в руке. Вы только представьте, вот вы держите в руке продукт, который нравится всем, которые хотят все постоянно покупать, которые хотят постоянно употреблять. И когда я смотрел на данный продукт, да, мы сейчас более подробно о продукции поговорим, сразу выстраивается такая картинка многих-многих лет вперед. Картинка, знаете, такой экологически и экономически очень перспективной жизни.
И, конечно же, с этим, учитывая вот эти данные и все обстоятельства, этим очень хочется поделиться. Да, мы сегодня присутствуем как раз-таки в офисе компании. Офис компании в центре Москвы находится. Это огромное такое пространство. Однажды сюда попав, уже влюбляешься в это место, в эту атмосферу, в этот коллектив, который профессиональный коллектив, который здесь находится. И это не один офис, то есть у нас уже открываются представительства по разным городам, то есть это современное бизнес-пространство, где 24/7 каждый партнер, каждый клиент может прийти и убедиться в высочайшем качестве как продукции, так и подхода к каждому клиенту. Ну что сказать, кому подходит этот бизнес? Можно посмотреть на эту картинку, но могу вам сказать однозначно точно. Это подходит тем людям, которым не безразлично свое здоровье, не безразлично здоровье своего окружающих людей. И здоровье, опять же скажу, не то здоровье, когда ничего не болит, а когда огромное количество энергии, когда хочется, знаете, вот совершать большие, серьезные поступки, осуществлять свои мечты. Абсолютно каждому человеку также подходит, у кого есть смартфон. Если у вас есть смартфон, значит, эта информация точно для вас. И компания как раз-таки, да, она использует совершенно новое, новейшее оборудование, но старые такие разработки. Разработки, которые делали еще наши ученые Советского Союза. И возглавляет науку, научный отдел человек, которого лично я называю волшебником. Я очень счастлив, что я познакомился с этим человеком. На себе попробовал огромное уже, для меня лично я получил огромнейшие результаты, то есть практические результаты. Это знаете, когда вы заходите, вот раньше у меня так было, прям заходишь в аптеку, хочешь, смотришь, думаешь, что купить. И как-то, знаете, такое чувство, не верю, хочется там то ли за рубежом где-то купить, хочется что-то найти, чтобы действительно помогло. Абсолютно каждый продукт, который я попробовал после того, как я узнал о компании «Новая волна», о директоре компании Владимире Чернине, я сразу же понял, что каждый продукт – это шедевр. Каждый продукт на 100% работает, и некоторые продукты работают просто мгновенно. Владимир, он возглавляет научный отдел у нас, да, это потомственный человек, потомственный ученый-практик, специалист, да, его отец, он, по сути, возглавлял пищевую промышленность, был один из тех, кто вообще формировал пищевую промышленность в Советском Союзе, и будучи как потомственным, да, там, доктором, Владимир в 90-е годы, у него был фонд венчурный, где в ситуации, которая сложилась в 90-е годы, да, многие ученые у нас уезжали из страны, кто-то это помнит, да, и Владимир, он создал этот фонд и собирал под крыло этого фонда огромное количество ученых, соответственно, их разработки. Сегодня компания «Новая волна» как раз-таки одно за одним планомерно внедряет эти разработки, которые, знаете, в основе которых стоит именно природа. Не какие-то химические вещества, да, а именно природные вещества, то есть это наши разработки, это сегодня наша полностью компания. Была американская, сегодня стала российская компания под российским брендом. Мы строим серьезную, огромную, международную, многомиллиардную компанию. И сейчас я хочу представить вам одного из лучших нутрициологов города Москвы, это Алена Вавилова, и она как раз-таки расскажет, профессионально, с точки зрения человека, который на практике знает действия всех продуктов, именно о продукции компании «Новая волна». Всем привет! Меня зовут Алена Вавилова. Я нутрициолог и хелс-коуч, а также спикер по вопросам здоровья. Я пришла в нутрициологию 4 года назад для того, чтобы в первую очередь помочь себе решить свои проблемы со здоровьем. Но когда я увидела, как круто биологически активные добавки, суперфуды, хорошее питание работают, то я стала нутрициологом, и теперь я помогаю людям становиться здоровее. И сегодня я вам расскажу про продукцию, которая мне безумно нравится, и поделюсь лайфхаками, как ее использовать, и это продукция «Новой волны». «Новая волна» — это целый дом брендов и таких эксклюзивных продуктов премиального качества. И прежде чем я вам расскажу о каждом из этих продуктов, я хочу остановиться на такой вот философии, да, философии «Новой волны», которая заложена в ее продуктовой линейке. Во-первых, все продукты «Новой волны» премиальные, высокого качества. Да? Это значит, что они и инновационные, и при этом безопасны.
Это первый момент. Второй момент – они высокоэффективны. Даже формы, в которых эти продукты созданы, максимально легкоусвояемые жидкие формы. И также новая волна использует для производства своих продуктов натуральные компоненты. Это и фитонутриенты, биологически активные вещества, которые так необходимы нашему организму, и даже суперфуды. Ну, надеюсь, что вы заинтригованы, и давайте теперь расскажу вам о каждом из продуктов. Первый продукт – это Ion Wave. Я его даже покажу, он у меня здесь есть. Вот он. Представляете, вот в этой маленькой баночке концентрат 2 килограмм ягод. Что это значит? Это значит, что он действительно очень эффективный и даже не просто ягод, да, во-первых, а ягод, которые относятся к суперфудам. Сейчас мы о них отдельно поговорим. Это значит, что они действительно обладают огромным влиянием на наш организм, когда мы его употребляем. Что такое для меня Ion Wave? Для меня он в первую очередь это энергия. Потому что мало того, что он содержит вещества, которые дают энергию здесь и сейчас, так еще при постоянном приеме Ion Wave способен восстанавливать энергообмен прямо на клеточном уровне и восстанавливать нашу естественную энергию, раскрывать наш потенциал. Второе свойство, которое я не могу не отметить, это поддержка иммунитета. Через абсолютно разные механизмы это происходит. С одной стороны, Ion Wave помогает наладить микробиоту. С другой стороны, обладает очень сильным ощелачивающим и противовоспалительным свойством. И также содержит вещества, которые обладают сильным противовирусным эффектом. Что же он содержит? Во-первых, суперфуды. Нони, черноплодку, смородину. Именно они дают такой мощный ощелачивающий эффект и противовоспалительный. Пихта сибирская, дигидрокортицин – это классные противовирусные такие компоненты. Комплекс природных кислот – это как раз про энергию. И, конечно же, витамин С, причем в хорошей концентрации, а витамин С, между прочим, бодрит не хуже кофе. Переходим к следующему продукту, и это Noni Ultra. Смотрите, какая красивая банка, стеклянная, большая. Что такое Noni Ultra для меня? Это в первую очередь улучшение когнитивных способностей. Каких именно? Это лучшая концентрация, это такое вот мягкое воздействие на наш мозг и на нашу нервную систему, которое улучшает проводимость нервных импульсов. И за счет этого мы становимся более такими собранными. С другой стороны, оно обладает таким очень выраженным антистресс-эффектом и улучшает настроение. За счет чего это происходит? Ну, во-первых, пюре фруктов Noni. Помимо этого, сок винограда и сок граната и дмея, как раз такое очень сильное вещество, которое улучшает когнитивную функцию. И янтарная кислота. Это значит, что помимо улучшения работы нервной системы и мозга, мы еще и получим энергию. Ну и экстракт косточек граната. Идем дальше. Коллаген. Честно вам признаюсь, это тот продукт, без которого я не могу уже жить последний месяц, то есть с момента его запуска. В линейке Noni коллаген есть 3 коллагена на данный момент. Это Anti-Age коллаген, это коллаген Energy и это коллаген Slim. Как бы 3 вроде направления, да, 3 разные продукта, но на самом деле у них есть нечто общее. Во-первых, коллаген. Он нам необходим для хорошей работы связочного аппарата, для суставов, для костей, а также для работы, на самом деле, абсолютно всех внутренних органов, потому что коллаген – это тот белок, который нам нужен больше всего, он самый распространенный в организме. А мы из чего с вами сделаны? Мы сделаны как раз из белков. Так вот, в основе – это пептиды морского коллагена, у Noni коллаген. Морской коллаген – это самый легкоусвояемый. И это коллаген высокого качества, который гипоаллергенный. И его здесь довольно много. 15 грамм вот в одной такой маленькой бутылочке. Это очень хорошая дневная доза. Это значит, что этот коллаген будет высокоэффективен. Помимо этого, в коллагенах есть витамин С. А что делает витамин С? Он помогает сшиваться коллаген. То есть коллаген без витамина С на самом деле обладает намного меньшей эффективностью, чем с добавлением витамина С. И здесь его как раз много, вот на все 15 грамм. И гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота, она как раз делает нашу кожу такой вот упругой и такой увлажненной за счет своего особого свойства притягивать и удерживать молекулы воды.
Ну, а теперь я сейчас расскажу про то, а как же, в чем отличие, да, какой из этих коллагенов выбрать. А начну с коллагена Anti-Age. Вот в такой маленькой баночке есть не только коллаген, но и все кофакторы, которые необходимы для синтеза. Что такое кофактор? Это витамины и минералы, которые нужны для того, чтобы запустить синтез нашего собственного коллагена, который наш организм в целом способен делать, но обычно эта функция страдает как раз из-за дефицита тех самых кофакторов. Это и витамины группы В, это и цинк, и медь, и магний, и множество других элементов. Второй коллаген, коллаген Energy, это действительно такой дополнительная энергия. Это и поддержка мышц и суставов, да, то есть все, и кожа, конечно же, потому что все свойства коллагена здесь остаются. Но к коллагену здесь добавлен L-карнитин. А что делает L-карнитин? Он помогает жирам, триглицеридам из нашего жирового депо перерабатываться в энергию, причем на уровне каждой клеточки нашего организма. Это первое. А во-вторых, он содержит гуарану, которая, опять же, дает такой взрыв энергии здесь и сейчас. Поэтому коллаген Energy – это прекрасная альтернатива утреннему кофе. Коллаген Slim. Вполне им можно заменить прием еды, например, ужина. Вы, с одной стороны, получите все необходимые питательные вещества, а с другой стороны, не получите калорий. Также он обладает особым эффектом за счет содержания пиколината хрома, который снижает тягу к сладкому и вообще снижает аппетит. То есть он даст контроль аппетита, и он поддержит пищеварение, а еще активирует энергетический обмен. Это значит, что мы сможем получить больше энергии с меньшим количеством калорий. И следующий продукт про детокс – это продукт Black Wave. Это концентрат, такой комплекс-концентрат гуминовых и фолиевых кислот. А что делают вообще гуминовые и фолиевые кислоты? Дело в том, что они улучшают метаболизм клетки. Сейчас я объясню, что это значит. Клетка для своей жизнедеятельности, да, ну, абсолютно каждая клеточка нашего организма, она нуждается в витаминах и минералах, которые мы с вами там или пьем, или получаем из еды. Но они должны зайти в клетку. Они должны зайти в клетку. В клетке они должны участвовать, там, не знаю, в синтезе каких-то белков или в каком-то процессе. И в этом процессе у нас образуются вещества, которые должны быть из клетки выведены. Обычно мы их называем токсинами. Так вот, фолиевые и гуминовые кислоты помогают улучшить вот этот вот процесс. То есть в клетку проникает больше минералов и витаминов, которые нужны ей, и обладает таким мощным детоксикационным свойством на уровне каждой клетки, то есть помогает ей вот эти продукты жизнедеятельности выводить. Поэтому если вы думаете о детоксе, то Black Wave для вас выбор номер один. Ну и помимо этого, гуминовые и фолиевые кислоты сами являются хорошим источником минералов и витаминов. До этого мы с вами говорили о таких функциональных напитках. Но помимо функциональных напитков, у новой волны есть прекрасная линейка, которая призвана позаботиться о вашей коже, сохранить ее молодость, продлить ее с таким мощным антиэйдж-эффектом. В основе линейки содержатся вещества, которые как раз этому способствуют. Это экстракт черной икры, который уже применяется в косметологии долгое время и доказала свою эффективность. Это пептиды, и это различные витамины, которые как раз делают нашу кожу, да, ее поверхность такой блестящей, увлажненной и молодой. И линейка состоит из двух продуктов. Это сыворотка, мультиактивная сыворотка, которая такой имеет очень выраженный лифтинг-эффект, может заменить даже ботокс. И это разглаживающий крем, который можно применять с утра и вечером. Ну и, конечно, стоит упомянуть, что все продукты новой волны хорошо использовать в комплексе. Например, что для того, чтобы поддержать красоту и молодость вашей кожи изнутри, можно использовать, да и не можно, нужно использовать как раз сыворотку, крем, добавить к этому коллаген Anti-Age и нони. Вот это будет такой очень классный комплекс, который поддержит вас и выполнит ваши цели и сохранит вашу молодость и здоровье. Ну что ж, я закончила презентацию по продукту. Я надеюсь, что вы, точнее, как я не надеюсь, я просто уверена, что вы также вдохновлены продуктами новой волны, как я, и будете их очень активно использовать. А теперь я хочу передать слово легенде сетевого бизнеса, который вырастил более 8 долларовых миллионеров, представьте себе, может быть, следующим будете вы, и построил сетку
более чем на 180 тысяч людей. Ну что ж, представляю вам Сергея Савича, который уже более 20 лет в сетевом бизнесе. Он вам расскажет как раз о том, как правильно построить бизнес, используя свой опыт работы, как и в корпоративной сфере, потому что Сергей работал, имеет опыт работы и в банковской сфере, и как раз в сетевом бизнесе. Ну что ж, будем слушать. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорили уже о индустрии. Денис очень хорошо рассказал, почему именно новая волна. Алена рассказала про волшебные, по сути дела, продукты. И мне выпала честь рассказать, как с этими продуктами, как с этой компанией построить бизнес. Ну и начнем мы с преимуществ бизнеса. Ну и главное, это, наверное, безупречное качество продукта. Я лично пришел в компанию через продукт. Я долго после компании, с которой до этого работал, 8 лет искал продукт, чтобы был такой же вкусный, такой же полезный, такой же эффективный. И вот я его нашел. И когда узнал, что за этим стоит сетевая компания, да еще организованная человеком, которого я прекрасно знаю, высочайшего уровня профессионалом, с которым мы когда-то уже работали, для меня вопрос сразу встал, нужно с этой компанией строить бизнес. И поэтому выгодное время, хороший продукт, шикарные условия компании. И вот сегодня я с вами ими поделюсь. Дальше. В компании опытные бизнес-партнеры и готовая система обучения. То есть вы приходите, даже если вы никогда в жизни не занимались бизнесом, не занимались построением клиентских сетей, вы получаете готовые инструменты, вы получаете свой собственный интернет-магазин, и вы получаете наставника, который берет вас за ручку и проводит по всем дебрям старта и выводит на первый ваш хороший доход. Очень выгодный денежный компенсационный план. Мы про него сегодня подробно поговорим. Ну и, конечно, профессиональный менеджмент, который будет помогать и вам бизнес строить, и обслуживать клиентов. Максимальная автоматизация бизнеса и бережное отношение к каждому клиенту со стороны работников компании. Все это будет работать на ваш успех. И перед тем, как мы перейдем к тому, как это все работает, мы с вами сейчас разберем модели, а как в принципе бизнес работает и в чем его фишка. Но смотрите, допустим, есть какой-то завод, который выпускает продукцию какую-то. Для того, чтобы эта продукция дошла до потребителя, потребитель как-то об этом должен узнать. И если с завода, например, продукт вышел за 300 рублей, перед тем, как он попадет к потребителю, он пройдет рекламу, то есть нужно, чтобы об этом продукте узнали, соответственно, рекламщики, прорекламировали продукт. Дальше крупный опт закупает продукт и развозит по странам. Дальше средний опт развозит по регионам. Мелкий опт развозит по городам. И вот вы уже в городах приходите в магазин, приходите в ларек, приходите в бизнес-центр и покупаете там продукт уже по цене 3000 рублей примерно. Да? Иногда некоторые продукты накрутки составляют в десятки, в сотни раз. Вопрос, кто за всю эту посредническую цепочку платит? Ведь на каждом этапе реклама, хранение, перевозка, реклама, хранение, перевозка. Оплачивает все это клиент. Конечно, клиенту такая модель невыгодна. Да и производителю тоже, потому что он при такой модели теряет клиентов. Мы предлагаем другую модель, когда продукция от производителя попадает сразу в интернет-магазин, и в нем клиент уже заказывает продукт. И вот чтобы клиент узнал об этом продукте, как раз компания сэкономленные деньги выплачивает тем людям, которые рекламируют продукт в регионах. То есть им предоставляется, по сути дела, свой собственный интернет-магазин. И рекламируя продукт, они получают сэкономленные доходы со всей этой посреднической цепочки. Продукт становится более доступным по цене для клиента, ну и при этом клиент имеет возможность зарабатывать на этом продукте. Кому подходит бизнес новой волны? Ну, во-первых, он подходит практически всем слоям населения, всем, кто хочет иметь более высокое здоровье,
тем, кто хочет иметь высокий уровень энергетики, а по сути дела это на сегодняшний день конкурентное преимущество. Если у вас нету сил или нету здоровья или нету энергии, вы всегда будете проигрывать людям, у которых это все есть. Более того, если ваши близкие болеют, вам, согласитесь, не до заработка, не до бизнеса. Поэтому со стороны продукции он подходит всем. Со стороны денег и бизнеса. Всем, кто хочет иметь больше свободного времени, всем, кто хочет иметь возможность развиваться, образовываться и получать пассивный доход, он подходит. И по большому счету, единственное, кому он не подходит, это лентяи. Вот кто хочет сидеть и ничего не делать, и ждать, что кто-то за него решит все проблемы, даст ему денег и так далее, вот этим людям не подходит. Все остальные – welcome. Для вас это будет идеальная компания, где вы сможете самореализоваться, заработать хорошо деньги, иметь больше времени, больше друзей, больше путешествий и много других благ от жизни. Теперь давайте разберем систему вознаграждения компании «Новая волна». Здесь много ключевых преимуществ, и я в момент презентации каждое из них подробно разберу. 7 видов дохода. Розничный доход до 30%. И каждый вид дохода я тоже подробно разберу, сейчас просто перечислим. Рекрутинг-бонус – это когда вы приглашаете человека в бизнес, он покупает продукт уже по оптовой цене для себя. Соответственно, вы все равно имеете до 30% с покупки человека, даже когда он берет по оптовой цене. Дальше, командный вид дохода. Это когда ваши люди, которых вы научили строить бизнес, делают оборот, вы получаете до 20% с этого оборота. Бонус достижения – это когда вы двигаетесь по рангам, достигая каждый ранг, вы получаете вознаграждение от компании в виде того или иного подарка. Дальше, бонус соответствия, или как его еще называют, матчинг-бонус. Это бонус, это доход с доходов ваших людей. Накопительный бонус – это когда вы получаете с командного дохода дополнительные деньги при достижении определенных объемов. Ну и лидерский пул – это когда вы, по сути дела, становитесь как совладелец компании, получаете доход со всего товарооборота компании. Вот сейчас очень внимательно посмотрите на табличку, которая перед вашими глазами, заскриньте ее, запишите, потому что здесь, в принципе, расписан весь маркетинг-план. Вот если этого запомните, этого будет достаточно. Вы видите, что в компании есть 5 бизнес-уровней, они определяются пакетами, то есть вы заходите в компанию, регистрируетесь, покупаете себе продукта, пакет, и в зависимости от того, на какую сумму купили продукт, будет зависеть ваш бизнес-уровень. Во многих компаниях, вы знаете, для того, чтобы получить повышенные проценты, нужно много работать, строить большую структуру, делать обороты, потом их поддерживать, и вот тогда вы будете получать повышенный процент. Здесь все проще. Вы сразу, прям с первого дня, можете себе получить максимальный бизнес-уровень и получать максимальные проценты. Это очень здорово. Но для того, чтобы получать все виды дохода партнеру, нужно также делать ежемесячную активность. Активность 35 CV или это примерно 5000 рублей. Либо личное потребление, либо даже если клиенты у вас есть, клиенты берут продукт напрямую у компании, это тоже идет вам в ежемесячную активность. То есть любые действия ваши, да, они дают вам активности все виды дохода. Дальше. Вы можете также повысить бизнес-уровень. Допустим, кто-то быстро занял место, и у него прям в кармане не было там 120 тысяч рублей, и он хочет иметь при этом максимальные выгоды от компании и максимальный статус. Что в этом случае делать? Повысить бизнес-уровень можно двумя способами. Первый способ – это докупить продукта. Просто вы делаете дополнительные покупки и повышаете свой бизнес-уровень. Второй вариант – это когда вы формируете команду с товарооборота лично приглашенных вами людей, вы также поднимаете шаг за шагом бизнес-уровень и можете подняться до самой вершины или сразу дойти до верха, пригласив несколько человек сразу. И тот, и другой способ людям комфортный, но люди амбициозные, они, конечно же, начинают бизнес
с максимального пакета сразу. И вот дальше мы начинаем бизнес. У нас есть 7 видов дохода, вы помните. И первый из них – розничный доход. Это когда люди напрямую в вашем интернет-магазине покупают по розничной цене, там есть специальная ссылка для клиентов, и разница между оптовой и розничной ценой 30% идет вам на кошелек. Вы также можете клиентам делать скидки, и делая скидки, вы просто уменьшаете размер дохода для себя. То есть клиенту выгодно, но вам в любом случае тоже выгодно, потому что вы получаете процент. Я честно скажу, никогда розницей не занимался, я не люблю продавать, но есть люди, которые продавцы от Бога, с удовольствием это делают и этот вид дохода используют. Я всегда сразу людям показываю, как покупать продукт по оптовой цене. Я люблю угощать, угостил человеку, показал, как покупать продукт по оптовой цене. Он напрямую в компании берет. Вот в этом случае включается рекрутинговый бонус. Вы в любом случае свои проценты получаете в зависимости от того, какой у вас пакет, от 15 до 30%. Это очень щедрое вознаграждение. И давайте посмотрим, как оно работает. Допустим, вы подключили человека, у вас максимальный пакет. Ну, соответственно, люди, как правило, делают то же самое, что и вы. И вот зашел у вас партнер, купил пакет максимальный, получил 800 CV. Вы с этих 800 CV получаете 30% рекрутингового бонуса. Как он рассчитывается? 800 умножаем на 30. Умножаем на 75, один CV всегда в компании 75 рублей, ну и получаем 18 тысяч рублей мы заработали. Пригласили второго, еще 18 тысяч, пригласили третьего, еще 18 тысяч и так далее. Сколько людей в день, в неделю, в месяц, в год вы можете приглашать, ну, зависит только от вас, на какие пакеты они заходят, от этого будет зависеть ваш заработок. А вот дальше начинается более интересно. Вы пригласили человека, и, допустим, теперь он уже своим знакомым рассказывает про бизнес, подключает их, делает работу, вы его научили или вместе с ним учитесь, если вы новичок, да, никогда этим не занимались, вы вместе с ним учитесь, и у вас, и у него растет команда, и вот здесь вы получаете с товарооборота командный бонус. Здесь бинарная система. У вас есть левая команда и правая команда. И командный бонус также зависит от пакета. Чем больше у вас пакет, тем больше процент с командного оборота. От 5 до 20%. Это тоже очень щедрый процент. Ну и давайте посмотрим, как он считается. Вот, допустим, у вас левая ветка, правая ветка. Еще очень важно сказать. Здесь бинарная система. То есть бинарная система – это когда у каждого человека всего две команды, левая и правая. Если вы пригласили 10 человек, 5 из них встанут в левую команду, 5 из них встанут в правую команду. И люди, которые приходят позже, они уже входят и дают товарооборот людям, которые подключились до них. И вот здесь появляется такая фишка, такая конкуренция, что человек, может быть, на 5 минут раньше подключился, чем друзья. Вот пришли на презентацию 10 человек. Но один самый шустрый тут же прямо на презентации зарегистрировался, купил себе пакет и встал первым. Все остальные люди, подключаясь, будут попадать под него, и этот человек уже с этого оборота зарабатывает деньги. Да? Поэтому скорость здесь очень важна. И вот пример, допустим, у нас в одной ветке товарооборот на 5200 CV, во второй на 4800. Сколько вы заработаете? Как рассчитывается? Всегда выплаты идут по ветке, где меньше оборот. Она называется, так и называется, платежная или выплатная ветка. Соответственно, вот в данном примере 4800. Мы умножаем на 20%, умножаем на 75 рублей. Помните, за один CV 75 рублей. Итого 72 тысячи рублей мы заработали в данном примере. Товарооборот, который был больше в другой ветке, он переходит на следующий месяц. Есть, правда, ограничения по командному бонусу. Не более 2 миллионов рублей в неделю. 2 миллиона рублей в неделю большинству людей, конечно, хватит. Но для тех, кто более амбициозный, кто хочет больше, это не значит, что все, больше по командному бонусу мы заработать не будем. Как только у вас товарооборот достиг 2 миллионов рублей в неделю, у вас включается автоматическое открытие новой доходной позиции.
И вы, соответственно, уже получаете по двум позициям, и таким образом доход по командному бонусу может быть без ограничения. Следующий вид дохода, мой, наверное, любимый, бонус соответствия, или как его называют, матчинг бонус, это доход с доходов ваших людей. Каждый раз, как только в вашей команде кто-то начинает зарабатывать, вы получаете до 7 поколений в глубину доход с доходов ваших людей. Именно этим прекрасен этот бизнес, потому что люди, которые пришли до вас, ну, кровно заинтересованы вам помогать. Чем больше вы зарабатываете, тем больше зарабатывают люди. Давайте простой пример. Вот в предыдущем бизнесе у меня была сеть в 25 странах, 180 тысяч человек. Я зарабатывал больше 100 тысяч долларов ежемесячно. Если бы вы были тем человеком, который меня пригласил, только по этому виду дохода, вы видите, с первого уровня платят 15% с доходов, да, вы бы зарабатывали 15 тысяч долларов. А у вас таких людей, как я, может быть 2, 3, 5, 10, 15. Количество людей, которых вы можете пригласить, не ограничено. Поэтому чем больше людей вы пригласили, тем больше будет у вас бонус соответствия. И он работает, даже если у вас все люди в одной ветке. Вот так часто бывает, что сильные игроки собрались в одной ветке, и при больших командах 80% до 80% оборота идут по одной ветке. Соответственно, бонус соответствия позволит вам все равно получать очень хороший доход. Следующий вид дохода – это накопительный бонус. Его вы получаете, когда ваш доход по командному бонусу достигнет более 20 тысяч рублей. Соответственно, в этом случае 15% от вашего командного оборота идет в такую копилочку, и как только там накопится 500 000 рублей, вы получите хорошую премию. Это очень приятно, и я вам каждому, кто сегодня нас слушает, желаю получать этот бонус, ну, как минимум раз в месяц. Дальше, следующий вид дохода – это лидерский пул. То есть для тех людей, кто как раз хочет построить большой бизнес, кто хочет получать очень много, двигаясь по карьерной лестнице, вы доходите до лидерского пула. С квалификацией амбассадор вы начинаете его получать. 3% компания раскидывает по трем пулам. И достигая этой квалификации, вы начинаете этот процент получать. Это, по сути дела, выводит вас на уровень совладельца компании. Со всего оборота компании, неважно, ваша команда дело, не ваша, вы получаете доход. И это настоящий пассивный доход с мирового оборота. Ну и помимо этого есть в компании бонус достижения. Что это такое? Это когда вы двигаетесь по карьерной лестнице, вы начинаете получать дополнительные подарки. Вот смотрите, большинство людей, зарабатывая деньги, работая с утра до вечера, там копят на что-нибудь, хотят хорошие часы, допустим, там, или машину, или путешествие. Они копят деньги, вынуждены откладывать, или берут кредит, и потом несколько лет выплачивают за подарок. Здесь все гораздо проще и интереснее. Двигаясь по карьерной лестнице, деньги, которые вы зарабатываете, вы оставляете себе. А вот те вещи, которые люди обычно копят, подарки, вы получаете в качестве подарка от компании. И начинается все с маленьких квалификаций. Менеджер – одна звезда. Это буквально одного человека вы пригласили, и уже можете квалифицироваться. Вначале идут подарки небольшие в виде футболок, бейсболок, худи, рюкзаков. Но они не менее важны, потому что это то, что, ну, по сути дела, работает за вас. Вот вы идете в футболке, человек, что это за новая волна у вас спрашивает, да? Вы ему говорите, да, за то, что ношу футболку, мне деньги платят. И все, у человека глаза по 5 копеек, он начинает у вас спрашивать, это как? И вам достаточно дать просто презентацию, вот, которую вы сегодня слушаете в записи, пусть посмотрят, или пригласить человека на презентацию. Бизнес очень простой, если делать его правильно. Двигаясь дальше по карьерной лестнице, вы получаете уже более дорогие подарки. Фотосессии, про вас снимают видеоклипы, вам дарят часы, планшеты, смартфоны и так далее. Опять же, то, на что люди копят, вы получаете автоматически в подарок. Дальше двигаетесь до директорских позиций. Вам дают ноутбуки, премиальные смартфоны. Ну и
доходите до путешествий, да, потому что многие люди мечтают путешествовать. Вот с компанией «Новая волна» вы будете путешествовать как минимум там 2 раза в год. Как по промоушенам путешествий есть, так и за достижение карьерных ступенек. Ну и на самых верхних позициях, когда вы начинаете уже получать процент с мирового оборота компании, вы еще получаете от компании автомобили. Сперва простой премиальный городской седан, ну и потом машину бизнес-уровня на самой высокой квалификации, когда вы уже чувствуете себя прям... Вы, в принципе, могли бы из каждой зарплаты по машине покупать, но когда вам дарят в подарок, это всегда приятнее, да, то есть вы достигли верхних уровней квалификации. Все это отражено в билях о правах, это значит, что вас никогда никто не может не терминировать, чем грешат многие компании, да, удаляя лидеров, никто не может изменить маркетинг-план. Все делается только с решения лидерского совета. То есть однажды построенный бизнес будет давать вам доход долгие годы, и не только вам, но и членам вашей семей. Ну и чтобы подвести какой-то итог, да, из того, что слышали, многие там сейчас слушали проценты, большинство людей особо считать не умеет и не понимает, ну, а сколько людей надо, какой доход я буду получать и так далее. Поэтому вот сейчас для вас табличка, в которой пример, допустим, вы пригласили всего 4 человек, не 5, не 10, не 50, 4 человека, это можно сделать за первую же неделю. Да? И люди делают то же самое, каждый по 4, соответственно, 4, 16, 64 и так далее. Вы видите, допустим, если 4 человека в месяц, так не спеша работая, то через полгода, на 5 месяц, через полгода, 5-6 месяцев, да, у вас 512 человек структура. И вот в зависимости от пакета, вы видите, вы будете получать доход. И вы выбираете, сколько я хочу через полгода иметь. Если вы зашли на минимальном пакете, это 48 тысяч рублей в месяц. Это средняя зарплата по стране, да, примерно. А вот если вы зашли на пакет элит или максимум, то у вас уже доход от 1 до 3 миллионов рублей в месяц. Это деньги, которые большинство людей зарабатывают там, за 10, за 20 лет. А вам каждый месяц поступает такой доход. И это не потолок, это всего 512 человек. На следующий месяц у вас уже будет команда 1000 человек, и доходы еще вырастут на порядок. Поэтому, если вам вот такая перспектива нравится, за то, что вы пользуетесь шикарными продуктами, которые дают вам здоровье, энергию, возвращают молодость или сохраняют, вам еще и платят деньги, тогда этот бизнес для вас. Ну и, соответственно, компания только стартует, по большому счету сейчас предстарт идет, и 8 апреля приглашаю вас всех на старт официальной открытия компании. Вы к этому моменту можете уже подойти с хорошей командой, с хорошим результатом, и не просто сидеть в зале и радоваться, потому что там будет запущен еще один новый продукт, и вы понимаете, что сейчас в зависимости от количества людей в вашей команде сразу вырастут чеки, потому что, как правило, всегда все покупают новый продукт. Продукты у нас обалденно исключительно вкусные и полезные. Соответственно, автоматом при этом растет ваш доход. И вы его можете делать с любой точки земного шара. Можете вот как девушка где-нибудь в гамаке на берегу моря, можете в любой точке земного шара, где есть интернет, можете вообще на лавочке где-нибудь в парке. С любой точки земного шара, где есть интернет, а интернет у нас уже сейчас практически есть везде, а через год-два он будет по всей планете, даже в пустыне Сахара, потому что запускается серия спутников, которая будет позволять давать доступ к интернету с любой точки земного шара. И везде ваш бизнес работает 24 часа в сутки. Вы спите, вы едите, вы отдыхаете, вы общаетесь с друзьями, но при этом каждый день на ваш кошелек поступают деньги. Ну и начнется все 8 апреля, как я уже сказал. Событие называется «Время первых». Первым, как правило, достается в этой жизни все. Вот если вы хотите быть в числе этих людей, соответственно,
Прямо сегодня вы можете купить билет на это мероприятие. Билеты уже продаются в офисах для тех людей, кто зарегистрировался, и начать свой бизнес. И не случайно компания называется «Новая волна». Мы часто слышали: будь на гребне волны, будь на гребне волны успеха. Вот время вашего успеха пришло. Если вы сегодня смотрите эту презентацию, значит, что-то вы сделали такое хорошее, и где-то там наверху сказали, что пришло время исполнять твои мечты. И в ваших руках билет. И есть человек, который дал вам ссылочку на эту презентацию, который поможет вам стартовать, который поможет вам освоить все азы, который поможет вам подключиться к системе обучения и получить первую 1000, 2000, 3000 долларов дохода. Я вам этого от всего сердца желаю. Ну и с теми, кто настроен на большие результаты, у кого большие цели, мы увидимся 8 апреля в Москве на открытии компании. Всего доброго. Пока-пока.